Всем привет, с вами Оксана Бранских. Снова планируем неделю. Но вначале, как всегда, быстрый взгляд на предыдущую неделю. Ее я не снимала процесс, а только показывала в одном, ну, вот в последнем студио-влоге, как у меня, в общем, все тут сложилось, получилось. Вот так она в окончательном виде смотрится. В общем, набор с бабочками, один из моих самых любимых на самом деле. Вот, и, в общем, такая вот у меня получилась неделька. Сегодня беру новый набор яблочки. Это самый-самый новый набор, который вот буквально как раз в понедельник вышел вчера. У меня сегодня вторник. Вот. И приступаем. Thank you.
Ну что, вот такой вот у меня получилась моя неделя. Какие-то дела уже вписаны, какие-то еще предстоит вписать, это уж как обычно. Но в любом случае, вот такая вот основа для недели готова, и очень она мне нравится. На самом деле, очень классный такой набор, вкусненький. И сейчас под август, под сентябрь, мне кажется, самое то, такая яблочная пора. Вот, в конце, вот не знаю, вот когда клеила, вообще даже не обратила на это внимания, только в самом конце уже увидела, что у меня вот эти две клеточки похожие совсем рядом стояли, я вот их поменяла. Вот, но в целом мне очень нравится, как все выглядит. Такой, в общем, нежный очень набор получился. И в то же время, в общем, и как бы и яркий, и нежный. Вот как вот можно... Как-то вот он соединил в себе вот эти две характеристики. Вот. Надеюсь, что вам нравится ничуть не меньше. И вы поставите свой лайк под этим видео. Может быть, напишите что-то в комментариях. Может быть, какой-то конкретный набор вы хотите в ближайшее время увидеть, как я им планирую. Я буду рада выполнить такой запрос. Вот. На этом все. Но увидимся совсем скоро. Пока-пока.